Всем привет, друзья, меня зовут Николай. Сегодня расскажу вам, как повесить прекрасные шкафы на стену, шкафы Беста на стену при помощи специального крепления. Вот такой вот рельсы. Да, так как у меня шкафы эти длинные, если у вас короткий шкаф, вам нужна одна рельса. Если у вас длинные, вам нужно их, соответственно, эти две рельсы объединить. Ну, делается очень просто. Просто вот так прикладывается. Вот так. И до щелчка делается. Все. Они стоят. Вот. В чем смысл этих креплений? Как они работают? Вам сначала нужно эти крепления. Сейчас залезу, покажу. Прислонить. Сначала нужно взять свои шкафы и прислонить их к стене, куда вы будете их вешать. Видите, у нас вот над этим шкафом будут подвешены еще шкафы. Собственно, это без, как оно? Беста. А вот, соответственно, что нужно сделать? Нужно сначала взять шкаф, вот там шкаф, и прислонить. И обвести линией по шкафу. Потом вот эти крепления надо взять и вот этой стороной прислонить вот так. При этом вот эти вот рожки, они должны быть над линией. То есть вот эта вот верхняя полосочка, она должна быть над линией. Не по линии, а над. Понятно, да? Не по линии, а над. И, соответственно, нужно разметить после этого места под саморезы. Вот по краям. При этом заметьте, что она не близко к краю шкафа. Она как бы на расстоянии. Пусть вы это сделаете, это нужно просверлить отверстие. Соответственно, надо забить туда дюбель. И вот эти штуки туда прихреначить профиль. Я решил сначала сразу сделать, у меня будет два шкафа рядом стоять, я решил, тут вот это тоже разметил, сейчас я его тоже буду таким образом присобачивать. То есть после того, как вы присобачите вот эти профиля, на них, на их верхнюю кромку можно посадить шкаф. К комплекту, ну вот эту полку, к комплекту полки идут вот такие вот штуки. Соответственно, они таким образом закрепляются, вот. Ну, вот, закрепляются. И теперь вы можете ваш шкаф, соответственно, блин, таким макаром, вот, каким-то макаром, нет, наоборот, вот так, наверное, вот так, ну, надо снять инструкцию, вот так, по-моему, да, вот так вам, соответственно, вот на вот этой верхней направляющей, эта штучка туда входит и держит, вот такое крепление, мне это крепление, честно скажу, мне не нравится, потому что вешать их неудобно. Неудобно это все размещать. Мне больше нравится по старинке, когда просто есть вот угловое какое-нибудь крепление, ты прямо дюбель вхреначиваешь, и все, и оно без всяких направляющих. Но, коль уж они есть, и не предусмотрено другого крепления к этому шкафу, приходится ими пользоваться. Вот такая вот штука. Но с другой стороны, вот эти крепления, чем их плюс, вот с ними, наверное, гораздо сложнее совершить ошибку. Если вы делаете по инструкции, то есть ты померил, ты вот разметил вот этим ушком, да, вот так вот разметил, потом тебе нужно их развернуть, вот так вот, присобачить, да, то есть тут никак не ошибешься, а вот так присобачить, и все, как бы. Ну да, в общем, разберетесь, смотрите инструкцию, да. Все просто с точки зрения логики, но неудобно с точки зрения вот этого всего, возни много. Больше возни, когда любой шкаф или любую полку вешаешь по-нормальному, по-человечески, без всяких профилей, направляющих, все это еще раз лучше и держится хорошо, и все нормально. Ну, тут такая вот фигня. Большое спасибо, друзья, с вами был Николай, я продолжу свои штуки делать. И потом на канале Домовенок, у нас есть канал Домовенок, я продемонстрирую эти полочки в собранном виде. Вместе со штукенцем мы продемонстрируем. Спасибо большое, пока.